Привет, мои дорогие. Ну что, доедаю гречку. Винегрет. Я его делала быстро. Одна свекла, одна морковь, там пару картошек. Ну, естественно, капуста. Но я уже записывала с ним видео, но я его не выпустила. Мне оно не понравилось. А он оказался вкусным. И котлета. Все как мы любим. Просто, быстро. И вкусно. Кто переживает за то, что я неудобно сижу? Единственное, мне приходится просто нагибаться. Но... я сижу на стуле, на табуретке. И все мне очень удобно. Ну. Вкусно. Думаю, что пожрать? А у меня же есть. Я вчера думала, может, в Магните заказать доставку или чего-то. Дали аванс. Живу. Я вчера залезла и офигела цены. Думаю, уж нет. Думаю, сейчас кофе накуплю. Там бывает Нескафе Крема. Вот мне нравится. 169 рублей. 120 грамм. Либо я, кстати, что-то не нашла в доставке. Но обалдела. Кофе Нескафе. А классик. Ну, это вот такой, да, который без молока или без лимона пить невозможно. 700 рублей 300 грамм. Говорю, вообще, что ли, офигели, что ли? Вот это цена. Хотя буквально вот, ну, как бы магазин был дешевле намного, даже Пятерочки. Ну, к Новому году. Но в любом случае я даже 700 рублей это на кафе не куплю. Тем более классик. Лучше купить меньше, но хорошего. Еще что здесь у котлетки. Прям с аппетитом. Все, они уже взрослые, они уже бегают. Они не сидят на месте, из коробки вылазят, а Юлька бегает и нервничает.
Два почти одинаковых. Один темный, прям. А другой тоже полностью, но светло-серый. Что-то я уже наелась. Как всегда. Всех обняла. Пока-пока, ваша Наташа. Чмоки-чмоки.